Все это время мы идем к 12-угольному камню. Когда мы были, смотрели, сколько дойти до него, было написано 8 минут. Скоро уже день катится к закату, все идет к концу, а мы еще не дошли до этого камня. А вот, вот наши пошли полигональные кладки. Еще не совсем. Как? Не, ну это мы не нашли еще. Да, к камню еще не дошли. Вон там, ну вот это начались полигональные кладки из Маккенни. Пойдем посмотрим. В 1585, по-моему, году, уже 50 лет после завоевания приблизительно, ударило сильное землетрясение по Куску. И Куску развалился. Все, что построили испанцы, было развалено. А все, что было полигональное, осталось. И когда это увидели, тогдашний архиепископ Куску сделал объявление, что теперь с этого момента все вельможные дома вот для главных испанцев будут строиться на основе только полигональной кладки. И вы сейчас увидите, как испанские дома стоят на полигональной кладке. Это очень интересно. Полигональные, видишь, они какие? Как соединение. Смотри. Ну да, вот, смотри. А? Разошлось. Он, да, здесь, скорее всего, разошлось, и они залили цемент, чтобы все-таки. А вот здесь вот так должно быть изначально. Смотри. Давай пробуем чем-то засунуть. Туда ничего не залезет, смотри. 100% туда ничего не залезет. Вот он, вот. Не, ну это еще не тот. Смотри. Вот он, вот он. Нет, это он. Нет, это он. Огромнейшие камни. Ну что? Ну да. Не, сверху мазанка, но на этих на камнях. То есть использовали, смотри. И это не это, не литой какой-то. Это не литой. Смотри, гвоздь, я нашла гвоздь. Ну, гвоздь кто-то бил. Что тут? А почему этот самый гость такой, этот старинный? Маминый гость. А, вот куда она. Смотри, какая. Смотри, какая полигональная. Смотри, сколько. Смотри, как так нужно было один камень другому подогнать. Смотри, как. Смотри, а вот здесь. Ну что, это литые? Это бетон или это настоящий камень? Вот, о. Ну, это просто пересан за собой что-то. Вот. Вот, на фоне. О. А с другой стороны, скорее всего, подражали. А? Хочу считать.
Дальше. Не надо, правда, не надо. А что все? Огромнейший. Смотри, какой он огромный. Научные исследования кладки. Мы проводим научные изыскания. Макросъемка кладки. Смотрите. Не, ну это же разошлись, а дальше. Там же землетрясения постоянно, поэтому в каких-то местах они разошлись. А где треснул? Вот на трещину сфотографировать. Оскол. Там внутри есть завал. Самое интересное, это в месте, где разошлось. Вот это камень. Вот, по сравнению с омальной головой камень. Покажи, какой камень. Тальпака, да. Вот. Ну-ка, подними. Вау, вот какой вот. Сколько в ней тонн? Сколько в ней тонн? А? Как ты определил в ней? Ну, смотри, как она. Что там есть? Залито внутри чем-то. А вот это что такое? Новодел? Или уже обтесанным. А эти технологические для переноски. Вот. Здесь будем искать камни Хуму. Вот ее голова. И это ее хвост. Ир, покажи этого крокодила. Покажи змею. Обведи ее. И где она? И я тут. Да, воображение. Рисуется что угодно. А вот что мы заметили? И все, наверное, замечают. Во-первых, камни верхние, намного мелкие, непонятно, как положены. И вот здесь вот явно стоял, должен был быть камень. Нижние камни отличаются цветом, отличаются формой.
Так что кто вот снизу кто-то строил, потом почему-то все вот это вот до сих пор разрушилось. Пришли другие и начали здесь вот достраивать. А здесь вообще было разрушено и заложили, что чем было. Вообще непонятно, кто клал. Знаешь, они утруждали ни обработки камня, ничем. Просто взяли, заложили. А там вообще... А вот если здесь посмотреть, то вообще даже идут мазанки. Глина с... Глина с травой. О! А с этой стороны вообще красота. Смотри. Да, ну я вижу, смотри, камни вроде те же самые камни, да? Но они, во-первых, они с раствором. Они, возможно, что это были камни, те только поломные. Вот, смотри, вот обработка. Да, это обработка, она поломана. Вот это, видишь? Вот. Здесь следы обработки камня. И разлом. И вот снизу, смотри, угол обработка, здесь обработка. То есть камень вообще просто где-то нашли такой камень, притащили сюда. И вот здесь вот следы обработки. Это просто отложили его, положили на глину. А изначально вот эти полигональные идут. И вообще смотри, как интересно. Вот угол стены, полигональные большие мегалиты. Потом обломки из этих же, видно, камней. Потом кусок оставшийся тоже. Мегалитные остатки, полигональные. А рядом с ними опять эти камни разбитые. И так чередуются. Полигональная кладка, обычная кладка. И вот. А вот этот камень выступает, смотри, давай посмотрим, насколько он, как он. Самое интересное не то, что он спереди, интересно, что он с боков. Смотри как. Обработка это или не обработка? Ну да, обработка. Вообще спорят, думают, это сделано заливка или это и камень настоящий. Ну, не знаю. Там вкрапление что-то. Самое главное, что никто никогда не разгадает. Да? Кто это делал, никто не узнает. А если знаю, то будут все держать секрет. Смотрите наш канал, вам нравятся наши фильмы, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, пишите, что улучшить в наших фильмах, как сделать наш канал более интересным, и подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить. Всем привет!